Я понял. А я уже сейчас. На сегодняшний день 120 детей приехали на территорию Москвы. Они поедут в 13 регионов России. Что касается наших дальнейших планов, почти готовы документы на следующую группу детей. Это будет первая группа из Луганской Народной Республики в количестве 104 человек. Слушайте, ну если мы почитаем, за что отправляют меня в санкционный список, то, во-первых, ну вот вчера Америка, например, добавила, да, я вот думаю, они как будто чувствовали, что мы сегодня вывозим самую большую группу за последнее время, да. Как бы нам говорят о том, что мы вывезли около 1000 детей. На сегодняшний день в семьях наших российских граждан 300 детей Донецкой Народной Республики.